Мы приближаемся к финалу нашего концерта. Мне сейчас хотелось бы вспомнить Нину Филимоновну Тихонову-Висбор, которая 25 лет назад сказала: «Хочу, чтобы Юрина 60-летие отмечалось на сцене концертного зала «Россия». Висбора уже к тому времени не было 10 лет. Но с тех пор почти каждый год мы были то в Кремлевском дворце съездов, то в Театре эстрады, то в Крокус-Сити-Холле. И Нине Филимоновне всегда хотелось, чтобы песни Висбора пела молодежь. На сцене студенты Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Лучше нет для нас подарка, чем зеленая майданка. У костра синяя команда режет ножиком хлеба. Не волнует нас с тобою ничто очень голубое, то ли вечно, то ли ночно, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Тару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущий по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас название, чем безмудрые скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонко веточкой играя, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Тару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущий по веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучше нету того света, но туда охоты нету, если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Мои реки, мои горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Тару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущий по смешному океану, по веселому пролив, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».